Всех приветствую, меня зовут Эльбрус Тедеев, я с города Владикавказ, представляю клуб «Арс». Ты недавно забрал гран-при в другой лиге, сейчас дебютируешь в ACA Young Eagles. Какие эмоции? Да, я давно хотел попробовать себя в Young Eagles, и наконец-то вот завтра я сделаю свой дебют. Сегодня был face-to-face, взглянул в глаза сопернику. Что там было? Я думаю, он точно такой же простой сельский парень. Я ничего не увидел, просто мы завтра покажем хороший бой. А ты разбирал его бой? Нет, если честно, я только один бой нашел, и может даже это не он. Но я посмотрел один бой. Ну, там. То есть не сильный, не слабый стороны его не знаешь? Да, если честно, но я редко смотрю бои соперника. Хорошо, как будешь действовать тогда? Как обычно, выйти и выиграть. Досрочно? Это уже как получится, там посмотрим. Я настроен на все 3 раунда. Чем больше дерешься, тем больше опыта набираешь. И я думаю, будет все 3 раунда. Интересная, кстати, цитата. Просто обычно идут за досрочной победой, потому что за это дают бонус. Честно, за деньгами я так не гоняюсь. Мне пока надо... Я давно выступаю, но я еще считаю себя зеленым в этом виде. Как-никак первый бой в Young Eagles. В Young Eagles слабых соперников не бывает. Я настроен на все 3 раунда. Я не думаю о досрочной победе. Я настроен на все 3 раунда. Главное выиграть. Почему именно ваш бой должны посмотреть зрители? Как считаешь? Потому что мы оба пока не проигрывали. И всем бывает интересно, кто же потеряет нолик. Какой-то секретный прием заготовил? Есть кое-что, что показать в бою. А подготовки? По подготовке. Подготовка я проходил в клубе «Арс» под руководством Геннадия Кадзова и Инала Кадзова. И Тамерлана Тлатова. Я подготовился к этому бою очень хорошо. Но, честно сказать, я первый раз себя чувствую так хорошо, что я так хорошо подготовился к бою. С весом проблем не было? С весогонкой? Нет, вообще нет. Но у меня с весогонкой проблем никогда не бывает. А восстановился как? Восстановился я уже в полном боевой готовности. Заряжен? Конечно. Желаем тебе удачи. Спасибо вообще. Все. Все. Нормально? Да. Тяжело? Я уже после гран-при чуть-чуть привык. Уже.